Всем привет! Сегодня пришла посылочка «Ивановский текстиль», очередной заказ. Но на этот раз я заказала вещи не только для себя. Себе я заказала только 3 вещички, но еще заказала для дочечки и даже для внучечка. Ю-ху! Вот она! Будем мерить сейчас! Будем мерить сейчас. Ну, начну я с туники, которая на мне. Она, это полностью трикотаж. На этот раз я заказала 3 вещи, все я заказала 52 размера, потому что хочу вам сказать, что трикотаж, он все-таки чуть-чуть дает усадку после стирки, но так как я заказываю вещи домашние, я люблю, чтобы вещи на мне были просторные, и чтобы нигде ничего там, лишних движений, вот чтобы ничто, ничего не мешало. Поэтому я уже взяла 52 размер, пусть лучше на мне, как на вешалке все болтается, я так люблю. Ну, это просто туничка. Еще одну заказала я ночную сорочку. Вот такую с бретелечками. Но это для лета. Это я люблю по дому ходить, я уже говорила. Тоненькие бретелечки. И что просто свободно, произвольно оно на мне висело. Вот. Ну, вот такая вещь. Это все трикотаж. Это все чистый хлопок. Ну, это она такая вот идет. Небольшой рисуночек тут нарисован. И, в общем, серенькая, с голубенькой такой приятной отделочкой. Ну, в ней спать, по дому ходить, может быть, там, это как ночная сорочка, в общем. Вот такую туничку заказала, тоже 52 размер, но мне понравился тут такой современный рисуночек. Она сзади идет однотонная, она без рукава, тоже вот для лета, то, что хорошо. И впереди такой очень симпатичный современный рисуночек. Все, она простая идет, без кармашков, просто вот такая прямая туничка, то, что нужно мне как раз вот для дома. А теперь я приглашаю Селену, и пусть она покажет, что она заказала для себя. Иди сюда. Ю-ху-ху, ю-ху-ху. Так, что, пакетики тут, пакетики. Давай, мы их уберем. Здравствуйте. А, мама сказала, доча любимая, заказывай себе что хочешь. Я очень люблю трикотаж тоже. Я заказала себе, давайте покажу, вот тут сзади лежит на самом деле, и очень хочу уже скорее померить. Вот такой костюмчик, да, брюки еще? Давай мы тут снимем. Блин, он такой красивый. Во-первых, мне цвет понравился. Я уже увидела, что он красивый, кремовый такой, знаете, карамельно-кремовый, нежный, бежевый, коричнево-молочно-шоколадный. Видишь, как я описываю? Сладко. По бокам идут вот такие бархатные вставки. Мне кажется, ну, делает более интересным такой. В общем, более интересным. Вещь делает более интересным. Что у меня у тебя не получается разговаривать. У меня на твоем канале не получается разговаривать. Размер, кстати, 44, потому что 42 не было, но мне так понравился этот костюмчик, что я решила взять 44. Я думаю, что на нем будет прекрасно смотреться, тем более я так же, как и мама, люблю, когда на мне вещи болтаются. А если еще он и усядет, то вообще хорошо, да? В общем, мне цвет этот идет, я знаю. Идет? Тебе этот цвет всегда идет. Спасибо. И, ну, посмотрим, как он на мне смотрится. Я думаю, что это просто огонь. Куда брючки с кармашками. Да, брючки с кармашками. Давайте я сейчас надену его, и мы посмотрим, как он на мне смотрится. Я думаю, что просто огонь.
И так получилось, что я заказала два одинаковых еще костюмчика. Они просто по дому гонять, потому что я все время то прямые эфиры веду, то еще что-то. И сейчас уже лето, уже штаны как-то и не хочется одевать, уже жарко. Я заказала такие костюмчики, чтобы даже можно было бы и даже в маечке снять и видео для вас. Например, вот такая зеленая маечка, зеленый мне идет. Смотри. И я очень люблю абстрактные какие-то вот надписи, да, вот хрен поймешь, что на самом деле тут написано. Get lost, да? Let's get... И что-то... Ну, ты лучше меня английский знаешь. Но нет, туда... Что-то по-английски. Что-то по-английски, тут просто почерк такой, что, знаете, как это, курица лапой. Но я люблю такое. И шортики, и все это трикотажик, и мне кажется, очень круто. А оказывается, второй костюмчик, который я заказала, он точно такой же, они просто разного размера. Кстати, вот этот зеленый 42, да? Да. Зеленый 42 это мой размер, а вот этот 44. Но я думаю, что одинаково будет смотреться. Здесь уже тоже такая маечка, только тут золотистая надпись, а написано Angel. Ангел. Yes. Ты хорошо знаешь английский. Ангел, я знаю. Это ангел, как по-русски звучит, да? Да. Короче, вот по ощущениям, я думаю, что она хорошо. Ну, в общем, посмотрите, зацените, скажите, как вам нравится. А что, это еще мне что-то? Да, это еще один костюмчик. Господи, сколько я заказала. Она заказала, гля. Так, это тоже трикотаж, да? Какой-то плотненький такой материальчик. Тоже 44 размер, я уже забыла. Это трикотаж, да, но мне кажется, здесь еще какая-то ниточка. Полистера чуть-чуть. Да, присутствует. Такой более плотненький, чем те. То есть в этом можно будет выйти. Здесь написано у нас хэштег Life is beautiful. Это прям про меня. Значит, жизнь прекрасна, красивая жизнь, да? Согласна? Я люблю, кстати, такие хэштеги, какие-то надписи. Приятная ткань какая-то. На футболках. Кстати, футболка длинная достаточно. Слушай, мне кажется, это чисто трикотаж. Я думала, мне кажется... Это, скорее всего, может быть, двойная нитка, но очень такой гладкий-гладкий. Я думала, она сейчас скажет, мне кажется, что я у тебя его заберу. Я только хотела сказать, это не твой размер. Но это не мой размер, куда же. Вариантов нет забрать. Нет. И вот такие, бриджики, это с бриджиками. Да. Слушай, ну это тоже, как я по дому, получается, брала. Либо выскочить куда-то летом. Ну, прикольные бриджики. Тянутся. Вау, они офигенные. Будешь бегать на рассвете вокруг дома в этом костюмчике. Конечно, делать мне больше нечего. Мам, ты сама знаешь, как... Я шучу. Подожди, ты сама знаешь, как много у меня нет времени. Все? А Деньки, ты что-то еще взяла? Давай посмотрим. Давай. Кстати, недавно я снимала влог, и кто-то из девочек, не влог, а мое утро, и кто-то из девочек говорил, ой, времени у нее нету, 2 часа книжку она читает. Вот ты сама только пришла сегодня и говоришь, блин, да у меня не было времени книжку почитать, я хоть села, сколько ты времени книжку почитала? 2 часа. Ни хрена себе, да ты бездельница. Это за неделю. За неделю, так это ж надо выкроить из своего тяжелого трудового дня. Да я хотела сделать себе выходной, а получилось, что у меня всего несколько часов было для того, чтобы просто поваляться. А потом пришла посылка, я помчалась за посылкой, давай снимать. Ну, в общем, короче. Я это к тому, что если люди считают книги, это не значит, что у них нечего делать. Они выкраивают свое драгоценное время для того, чтобы почитать драгоценные книги, правда? Да. Так, открываем. Это Деньки что-то. Это Деньки костюмчик. Вау, у него шорты появились новые. Такие шорты-трусики, кстати, резинка не сильно давит, свободненькая, да? Там немного, кстати, детского, да? Детского немного. Ну, по крайней мере, вот захотелось посмотреть, попробовать такой костюмчик. Да. Он любит такие шортики трикотажные, по дому бегать. Мне кажется, классно. И вот футболочка. Футболка по размеру ему будет. Слушай, а я как раз хотела сегодня зайти в магазин, хорошо не взяла. Думала футболку новую взять. Во, есть. Ну, вот летом она будет ему как раз по размеру. Да, да, и сейчас он будет в ней ходить. Да какой размер? 104. Ну, это уже наш. 104. Тоненькая, хорошенькая, прям легенькая. Так, а еще я вижу носки. Это мы с тобой себе заказывали?
Да. Так я люблю все эти распаковки. Так, а носки ты себе и мне заказываешь? Что тут за размеры? Тут размеры... С 37 по 41. А, с твоего по мой, да? С моего по твой, да. А какие цвета кому? У меня сколько тут? Ну, я не знаю. Я... Кто заказывал носки? Ты заказывала носки. Я заказывала носки? Да. Значит, это все мне. Ты их выбирала, потому что я тебе сказала, я не могу выбрать носки, я не могу понять... Какие надо, при том, что я то есть тебе тоже надо короткие носить? Не особо люблю, вот такие вот чуть подожди, поменьше. Я заказала вообще, они, смотри, все разных цветов. Как мне теперь знать, какие тебе носки отдать? Смотри, эти такие бежевенькие, эти светло-серые, эти черные, эти такие зелененькие, эти вообще розовенькие. И какие мне тебе отдать? А любые мне отдай. Ну вообще, ну мама, ты заставляешь меня... принимать тяжелые решения. Ну, можно вот такой цвет. Бежевенький тебе понравился? Бежевенький или серенький. Подо все мне подходит. Мне тоже. Тебе тоже. Ну так, черный я точно себе возьму, да? Хорошо. Ну, бери, выбирай, короче, какие хочешь, кроме черного. Вообще, с носками очень тяжко, поэтому я решила взять вот эти, попробовать. Особенно на черных носках очень видно, ну, катышки через время появляются. Я просто выбрасываю все носки черные. На светлых не так видно, а вот на черных все это видно. Вот попробую вот эти носки, потом мама расскажет в следующем своем видео, да? Да. Вот. Ну так, носочки классные. И одни носки ты дашь мне, я тоже их попробую, чтобы знать потом, как мне заказывать их на Васильке. Или понравятся они мне или нет. Хочу тоже. Так, хорошо, все, с носками покончено. Выберем какие-нибудь. А, это ты взяла покрывало. Да. Кстати, кто-то из подписчиков мне сказал в прошлый раз, когда я снимала Ивановский текстиль, что не могут там найти большие полотенца. Вот хочу я вам сказать. Это полотенце размер 190 на 220, то есть это размер двухспальной кровати, правильно? Да. Я заказала это сюда, потому что вот дома у меня такое большое как бы покрывало полотенце, тире, да, полотенце покрывало, у меня дома есть. Это чистый хлопок, и я накрываюсь и летом, весной, осенью, и оно и в то же время греет, но под ним не жарко, тело дышит, и при том, что я не люблю синтетику, а все пледы, они все равно имеют какую-то синтетическую нить. Иногда бывает, даже пледы сверкают. Поэтому я специально заказала, чтобы у дочки тоже дома была такая вещь, которой я тоже буду приходить в гости и накрываться. Ну, мы заказали зеленый цвет. Почему? Потому что именно таких больших полотенцев не все цвета есть. То есть там есть большие полотенца, но вот такие прям огромные. Был только зеленый, по-моему, еще какой? Какой-то белый. Белый, по-моему. И еще какой-то. Ну, в общем, из этих троих нам больше подошел. Может быть, сейчас там и больше появилось цветов. Но нам подошел розовый. Но он прям огромный, да. Ну, конечно, огромный. На кровать. Ну, мы его развернем, накинем, да, на кровать? Ох, ну да, посмотрим. Офигеть. Ну, ты хоть стрелять перестанешь. Ну, вообще, красота. Класс. Это вот прямо... Нравится тебе, да? Нравится. А можно еще стелить, и как на травке сидишь. Да. Видео снимать. А может это еще хромакей был, знаешь, это если стелишь на фон и убираешь потом фон зеленый или синий. Вообще круто. А, поэтому ты зеленый выбрала. Да, он многофункциональный. Хотела белый, я белый говорю не надо, потому что, ну, марки как бы видно будет. Я хотела белый. Стирать часто. Ну, в общем, белый я сказала сразу, не надо, любой, только не белый. И, в общем, это она выбрала зеленый. Хромакей. Ладно, все, крошки, я пошла, была рада с вами повидаться, пошла наслаждаться своими новыми вещами. Спасибо. Примерять. Вам показали все наши обновочки, остались довольны обновочками. Ссылку я оставлю под видео на Ивановский трикотаж. И на меня оставлю. И на Селену оставлю ссылочку тоже внизу. Проходите по ссылке к Селене, и там на ее канале вы тоже увидите ее в этих одеждах.
Ну, на этом я видео заканчиваю. Всем, кому мое видео понравилось, было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!